Ребят, привет! 100 лет не записывал видосы, потому что виной тому были мои посты в Инстаграме. Начал я туда выкладывать свои работы, и народ как просто попер ко мне просто нескончаемым потоком. И, блин, просто не было времени даже записать видос. Потом, когда это время появилось, у меня уже не было желания. Мне хотелось просто отдохнуть от этого бесконечного потока, соответственно, людей. То есть разборка, сборка, распайка вот этих фар, все это, как говорится, занимает время. В общем, только-только я сейчас добрался до съемки видосов, вот к этому опять же вернулся. Снимать буду попроще, потому что, опять же, нет времени, потому что надо успевать и работать в сервисе, и снимать видосы. И вот сегодняшний видос будет касаться обычной темы, которую мне задают, какую D2S-лампу лучше поставить из топовых. То есть задача какая? Человек меняет линзы в автомобиле, и вот он решает вопрос, какие же лампы ему поставить, чтобы фары его максимально ярко светили. Очень часто задают мне такие вопросы, и наконец я решил просто проверить, какие лампы Osram либо Philips светят ярче, потому что я больше как бы использую Osram, но знаю, что в принципе Philips тоже делает хорошие лампы, и соответственно у него тоже есть топ. Топ этот называется, сейчас секунду покажу, вот как он называется, Extreme Vision Gen 2. D2S плюс 150%. Сравнивать мы его будем, в принципе, со старым проверенным Nightbreaker'ом. Это у нас плюс 70%. Сейчас у Osram уже появилась более новая модель. Но мне, в принципе, проверить интересно вот с этим. Как я проверял? Вот вы сейчас, ребят, видите, здесь, в общем-то, Hello Trier. Эту линзу используют ретрофитчики, в принципе, всея Руси. Для замены линз, замены выгоревших линз на более новые. И, в общем-то, я ее также, собственно, и решил использовать для проверки. Поставил в нее по две лампы. Вот здесь, кстати, видите, даже две упаковки. Одна упаковка и вторая. Ну, а Osram, они, собственно, по две в одной коробке. Поставил в нее сначала Osram. Так, секунду, вот он, наверное. Да, вот она, маркировочка, кто не верит. Вот они, эти лампочки. Поставил две лампы Osram, две лампы Philips. Почему поставил по две лампы? Ну, все просто, ребят, только для того, чтобы больше было данных, как бы учесть какую-то погрешность. В общем-то, и по двум лампам все-таки уже можно сделать больше выводов, чем по одной. Поэтому поставил по две лампы и по 16 точкам проверил, в общем-то, яркость. Не яркость, освещенность, это разные вещи. В общем-то, да, мерил я освещенность от ламп Philips и от ламп Osram в линзе Hello Trier. Итак, давайте перейдем к результатам. И еще, как бы вне конкуренции, в общем-то, но как такую некую отправную точку, я взял лампу Neolux. Кто смотрел видос про Neolux, в принципе, тот в курсе, что это практически тот же самый Osram, только стоит дешевле. Ну, взял я, в общем, эту третью лампу, чтобы как бы с ней сравнить, являются ли все-таки эти лампы плюсовыми, ну и там уже потом между ними смотреть, какие лучше, какие хуже. Вот здесь вот у меня на этом листочке результаты. Давайте, собственно, мы по ним и пройдемся. Итак, я сложил, в общем-то, все точки, результаты всех точек просто сложил. И, в общем-то, по вот этому числу, которое получилось, больше оно либо меньше, ну, в общем-то, можно понять, какая лампа светит либо ярче, либо не ярче. Итак, лампы Philips. Если сложить все результаты, у меня получились 2201 люкс. У первой лампы и у второй 2264. Это у ламп Philips. У ламп Osram получился результат 2396, почти 400 у первой лампы. И у второй 2479. Ребят, это однозначно больше, чем у Philips. Это больше, чем у Philips на где-то 9%. И вот вы сейчас видите фотографии, это реально видно, что действительно свет более яркий. Более яркий, но проблема в чем? Нет, не проблема, конечно. Просто вы просили меня оценить еще цвет, не только яркость, но и цвет. И вот видно, что у Philips цвет этот, он более белый. Он реально более белый, чем у Osram. Но поскольку Osram более как бы яркий, то мои все-таки предпочтения в этом плане на стороне Osram. Ну, а, ребят, если уже сравнить по цене, вот как бы последний компонент в этом уравнении, все-таки какую лампу купить, то, в принципе, зашел я на Axenon Shop, увидел цены на Philips на Osram D2S. В принципе, Philips немножко подешевле, Osram немножко подороже. То есть, в принципе,
Кому что выбрать, ну, решайте сами. Я остановлюсь все-таки на Osram, потому что, ну, отвечая на вопрос, все-таки какая же лампа ярче, Osram либо Philips, однозначно отвечаю после этого теста, что Osram. Да, он дает чуть более теплый цвет, но по яркости однозначно обе лампы оказались ярче, чем лампы Philips. Ну и, ребят, надеюсь, что вот этим тестом я ответил не только себе, но и вам. Если у вас все равно есть какие-то вопросы, в комментариях пишите их, пожалуйста, я их читаю, соответственно, я буду на них отвечать в комментариях. Если вопросов нет, пишите тему по поводу следующих выпусков. У меня есть некоторые наметки по поводу этих выпусков, но ваше мнение мне тоже всегда важно. Ну и, в общем-то, предлагаю на этом на сегодня закончить. Результаты вы видите на экране, давайте их обсудим, повторюсь, в комментариях. С вами был, как всегда, Андрей Финашин, и до новых видео!